Предприятия Минсельхозпрода Беларуси в первом полугодии увеличили экспорт сельхозпродукции на 16,6% к аналогичному периоду прошлого года. Доход составил 1,227 млрд долларов. Обеспечен прирост валютной выручки в объеме 174,5 млн. Больше продали за рубеж мяса, картофеля и сухих концентратов. Расширилась и география экспорта. Белорусская продукция отправилась в 60 стран. В прошлом году на этот период экспортировали в 54. Самый крупный потребитель нашей продукции по-прежнему Россия, на нее приходится более 90% экспорта. За первое полугодие продано продукции на 1,123 млрд долларов. Темп роста составил 112,9% к уровню прошлого года. В первой тройке активных потребителей белорусской продукции также Казахстан и Украина. Активнее пошла внешняя торговля и со странами дальнего зарубежья. Рост темпов более чем в 2 раза. Страны ЕС поставлены продукции более чем на 14 миллионов долларов. Это на 56,5% больше, чем в прошлом году. Увеличился экспорт в Германию, Италию, Литву, Нидерланды и Польшу. Среди азиатских стран больше всего белорусской продукции закупил Китай. Значительно выросли поставки в США. В результате по итогам 6 месяцев внешнеторговое сальдо сложилось положительным, его объем составил почти 2 миллиарда долларов. В стратегии развития экспорта на ближайшие годы отмечены 3 основных региона – это Юго-Восточная Азия, Китай, Вьетнам, Япония, Ближний Восток, страны Персидского залива. Активнее будет осваиваться и африканский регион. В целом, в нынешнем году планируется увеличить экспорт белорусской сельхозпродукции на 11,5%.